Позиция еле обыкновенная. Еле обыкновенная шестилетка. Тоже довольно большая. Ой, высокая уже 50-70 сантиметров. То есть у нас ее немного, тоже около 1000 штук. Сейчас цена одна, с 15 сентября опять цену я на нее, скорее всего, подыму. Не намного, но подыму. По размеру она идет, ну, в принципе, вся идет. Я еще раз повторяюсь, примерно от 50 до 70 сантиметров. Но опять же, у нас есть там и подешевле. В принципе, она тоже, да, 45-50 сантиметров, но подешевле. Вот сейчас я. Ну вот, 50 сантиметров. Ну это минимум. Ну 50 сантиметров, но она довольно пышная. И она на год старше той. Поэтому опять же, делайте заказы, приезжайте, покупайте самовывозом. Это все не проблема. С 15 сентября. Опять по срокам посмотрим. Не забывайте заказывать, предоплачивать, бронировать. Потому что можете приехать 15 сентября и уже той позиции, которую вы хотите, не будет. Я, поверьте, не пугаю, я просто знаю, как это бывает. Сегодня я про нее обзор снял, а завтра он и не нужен будет. Еле обыкновенная. Еле обыкновенная, зеленая, европейская. То есть, хоть что ей придумайте, ну, хорошая, пахнет, хорошая, почки, ну, чуть поменьше, чем у колючей, конечно, но тоже дает хороший, красивый. Деревца из нее растут довольно-таки пышные. Миксы из ели зеленой уже разобрали, забронировали, поэтому я про них обзор даже не буду снимать. На этом все. С вами был Евгений Филимонов. И вы были на канале питомника Хвойный дворик. Ссылка на этот товар будет в описании. Заходите, смотрите. Все на сайте. Вся информация на сайте. Спасибо. Всего доброго.